Я что узнал? Походу еще в 1970. А где монет? Ой, Зинаид, привет. Мы что, еще в 1980? Да, мы еще в 1970. Лёня, а где шарик? Мы уже его здесь забыли. Куда он делся? Но не могли они его забрать. Я видел, что они сразу спать ложились. Давай так поищем. Мы, походу, одни в партии. Неправда. Я нашла его. Давай. Мы попадаем в 2023 год. Мы попадаем в 2023. Чуть не срабатывает. Мы попадаем в 2023. Короче, Лёня, он не работает. Что делать? Давай что-нибудь попробуем. Что-нибудь сделать. Шарик нас перенес в другие года. Мы с Зинаидой не знаем, что делать. Это Лёня и Зинаида. Волшебный шарик перенес в другие года. А это 1980-й. Тут тётя Валя и Борис. Тут они нас не знают. И не знаю, что с нами сделают. Шарик у нас сломался. Мы не знаем, что с ним делать. Он не возвращает нас в 23-й год. А мы в 20 веке. Техника не придумана. Нет планшетов, телефонов, наушников и другого. Даже Лёня, я нашла. Что ж ты нашла? Делать. Кнопочные телефоны не работают. Они разрядились. Лёня, смотри, что нужно сделать. Зима. Посыпать на неё соль. И сделать с водой. То есть полить. Что ж теперь делать? Только этот. А я только водой мочил. Давай сейчас попробуем. Пошли! Думать мозгами. Что ж теперь делать? Что ж теперь делать? Что ж теперь делать? Мы не знаем, что делать. Шарик поломан. Но почему-то он не возвращает в наш год. Ну что, Зинаида, давай, мы попадаем в 2023. Лёня, мы оказались. Ура, мы оказались в 23-м году. Ой, Борис, так устала. Час, целовашки. Господи, как я устала от этой дискотеки. Где же они? Я вообще отхожу еле-еле. Тетя Валя! Лёня, Зинаида, да где вы были? Мы уже час как дискотеку сделали сегодня 23 ноября. А мы это, короче, вам всем расскажем. Ну что, дорогой друг, спасибо за просмотр этого фильма. Это был волшебный шарик. Кстати, шарик, как вам понравился ролик, мы его снимали 2 дня. Короче, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Знаем, что мы желаем хорошего, отличного дня. Это Лёня и жить новый видос. Волшебный шарик перенес другие года.